более соло. Внешне очень интересный дизайн. Создается такое впечатление. Опять же, вот он не светится. Создается такое впечатление в темном помещении, что дисплей, он как бы парит над вот основной подставкой телефона. То есть тут идет такая тоненькая белая подсветочка. Создается впечатление, что дисплей находится отдельно от самой крышки задней панели телефона. Значит, камера 5 мегапикселей, задняя панель, передняя панель 1,3 мегапикселя. Есть возможность видеозвонков. Опять же, есть, как и на всех моделях, кнопка быстрой фотографии. То есть, опять же, секунда, больше-меньше происходит фотосъемка. Очень интересная фишка этого телефона в том, что есть такая функция, она называется floating touch. Что она делает? Она позволяет управлять дисплеем телефона, не прислоняясь к нему пальцем. То есть, вот, То есть floating touch позволяет управлять дисплеем телефона, не прикасаясь к нему. Вот можно видеть на заставке. То есть сейчас оно двигается довольно так медленно. Если я подношу палец, не прикасаясь, то оно начинает двигаться быстрее. Это нужно для того, чтобы не нажать случайно на какую-то ссылку. То есть прежде вы подносите палец к дисплею, выделяется ссылка, и далее вы нажимаете. И, соответственно, не будет никаких неожиданностей. Все модели этой серии имеют сертификат DLNA. То есть сертификат DLNA позволяет сочетать всю домашнюю технику, имеющую сертификат DLNA по Wi-Fi сети. То есть, грубо говоря, вы можете содержимое телефона вывести на дисплей ноутбука с помощью этого сертификата DLNA. Значит, если у вас ноутбук сертифицирован под DLNA и телефон, то они могут сообщаться и отражать друг в друге содержимое друг друга. То же самое можно делать с видео, фото, телевизором и так далее.